серый питерский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Дашей. То ли девочка, а то ли видение. Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла, по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Что-то я ей пел про ресницы, и на ушко ей шептал дребеденья. Только вдруг она взлетела, как птица, то ли девочка, а то ли виденья. И смотрел я в небо звездные долго, и на завтра был больной целый день я. Я искал ее, но только без толку, то ли девочка, а то ли виденья. Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла, по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Владимир Ткаченко и Ирина. Ай да танец! По-моему, это сегодня впервые, когда весь зал аплодировал паре на протяжении всего танца. И было так легко жить.